Тайфун – это не повод отменять выборы. В Приморье все равно готовятся ко дню голосования, несмотря на все трудности. Бюллетени доставят в труднодоступные районы на вертолетах. Всего же на территории Приморского края расположены почти 1500 избирательных участков. Подтопленных среди них нет. Но более чем к 40 трудно проехать. Поэтому к жителям отдаленных сел избирательные комиссии прилетят на вертолете. Кроме бюллетеней, туда привезли урны для голосования и все необходимые. Согласно законодательству, избирательные бюллетени хранятся на избирательном участке и находятся в сейфе. Каждый избирательный участок охраняется сотрудником полиции. Вот с нами сейчас вот в этот населенный пункт прибыло два сотрудника полиции для охраны правопорядка и избирательной документации. Из-за действующего режима чрезвычайной ситуации в 8 районах Приморского края голосовать будут досрочно, 15 сентября. Коснется это примерно 20 тысяч жителей.